Порой на льду случаются настоящие курьезы, из-за которых фигуристам приходится испытывать чувство стыда и неловкости. От подобных инцидентов никто не застрахован. Случаются они нечасто, но запоминаются надолго. Вспомним самые громкие такие истории. Елизавета Туктамышева. Лиза девушка раскрепощенная, и любители фигурного катания нередко критикуют ее за эротику на льду. Но незапланированное раздевание в 2015 году наверняка доставило дискомфорт даже нашей императрице. Случилось это во время показательных выступлений после победного для Туктамышевой чемпионата мира в Шанхае. Похоже, что платье оказалось тесноватым, а глубокое декольте немного сползло вниз, тем самым оголив часть правой груди. Основная проблема заключалась в том, что руки в этот момент держали лезвие конька, и Лиза не сразу смогла поправить наряд. Дальше спортсменка не растерялась, невозмутимо продолжила прокат, но во время финального вращения подстраховалась и придержала платье одной рукой. Екатерина Рублева и Иван Шефер. Еще один схожий неприятный сюрприз приключился с Екатериной Рублевой на чемпионате Европы 2009 в Хельсинки. Во время энергичного танца одна из бретелек на платье фигуристки предательски порвалась. Естественно, лиф мгновенно спустился и оголил ее грудь. Екатерина быстро среагировала и поправила платье, но зрители уже успели все заметить, а фотографы сделали сочные снимки. После выступления фигуристка выглядела слегка раздосадованной, а кто бы чувствовал себя иначе на ее месте. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Совершенно нелепейшая случайность приключилась с Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном в ритм танцы на одном из главных стартов в карьере любого спортсмена. Дело было на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. Так вышло, что в самый неподходящий момент на глазах у всего мира у Габи расстегнулся воротник платья. И хоть формально этот казус никак не повлиял на результаты, судьи даже поставили французов чуть выше их главных соперников – Тессы Виртью и Скотта Мойера во второй оценке. Можно представить, какой стресс и шок испытала Габи во время проката. Самое страшное, что у фигуристов по сути не было выбора. Либо они останавливают прокат, делают паузу, выбывая из гонки за олимпийское золото, либо катают так, рискуя остаться без платья в прямом эфире. Платье, к слову, расстегнулось в самом начале программы. Насколько нужно быть смелой и отчаянной, чтобы идти до конца. На той Олимпиаде танцевальный дуэт все-таки проиграл Тесси со Скоттом. Зато спустя 4 года в Пекине Габриэла с Гийомом взяли долгожданное золото. Юра Мин и Александр Гамелин. На Олимпиаде 2018 невольный стриптиз устроила не только Габриэла Пападакис, но и фигуристка из Южной Кореи Юра Мин, выступающая в танцах вместе с Александром Гамелиным. Причем случилось все тоже во время ритма танца. Во второй половине программы у фигуристки сзади расстегнулась застежка. Чтобы не засветить оголенную грудь, девушке постоянно приходилось во время проката поправлять верхнюю часть наряда, что, конечно же, выбивало из колеи и наверняка отразилось на оценке арбитров. Майя Шебутани и Алекс Шебутани. Возможно, в сравнении с закаленной грудью этот случай покажется безобидным, но даже такой казус негативно повлиял на настрой Майи Шебутани, выступающей в паре с братом Алексом Шебутани. В произвольном танце на Сочинской Олимпиаде 2014 при исполнении поддержки стразы на костюме партнера зацепились за колготки Майи и порвали их с внутренней стороны бедра. Благо, колготки были телесного цвета, и образовавшаяся затяжка не так сильно бросалась в глаза. Нора Хоффман и Максим Завозин. Обладательница пышного бюста венгерская фигуристка Нора Хоффман жестко просчиталась с выбором декольте для соревновательного костюма. Так, в конце короткого танца в финале Гран-при 2010 года во время вращения спортсменке пришлось позаботиться о том, чтобы ее грудь не выскочила из платья. Получилась весьма забавная поза. Одной рукой Нора держалась за своего партнера, а второй придерживала грудь. Странно, что проблемный наряд не заменили раньше,
еще на этапе тренировочных прокатов. Тони Хардинг. Если все предыдущие фигуристки заканчивали свои выступления несмотря ни на что, Тони Хардинг пришлось прерывать прокат из-за расстегнувшегося платья. Случилось это в 1993 году на чемпионате США. Застежка на спине расстегнулась чуть ли не в самом начале программы, на первом прыжковом элементе. Чтобы не остаться без платья, Тони пришлось остановить свое выступление и просить судей дать ей возможность выступить сначала. Виктория Синицына и Никита Коцалапов. Относительно недавно на командном чемпионате мира в Осаке в 2021 году Виктория Синицына чуть не попала в неприятную ситуацию, отделавшись, если можно так выразиться, легким испугом. Во время проката у Вики сбоку костюма разошлась молния. Хорошо, что само платье удержалось, только образовавшийся вырез на месте застежки заставил поволноваться и не остался незамеченным. Сюзанна Рахкамо и Петри Кокко. Думаете, конфузы на льду случаются только у девушек? Как бы не так, с мужчинами тоже иногда происходят неприятные моменты. Так, например, в 1992 году на чемпионате мира у фигуриста Петри Кокко разошлись штаны на самом интересном месте. Фигурист явно почувствовал, как брюки сзади разошлись по швам, но докатал короткий танец, как ни в чем не бывало. Правда, на финальном поклоне был сдержан, чтобы лишний раз не светить нижним бельем перед публикой. Марина Климова и Сергей Пономаренко. Настоящий мужской стриптиз можно было наблюдать на Олимпиаде 1984 года в Сараево. Сложно точно сказать, что произошло. То ли партнерша случайно задела завязки на костюме Сергея, то ли шнуровка развязалась сама от активных движений спортсмена. Как бы там ни было, черный комбез Сергея разошелся и оголил его живот в середине проката. Зоя Джонс и Кристофер Бояджи. Что-то похожее приключилось и с британцем Кристофером Бояджи на чемпионате Европы в 2017 году. Уже в начале проката молния на передней части рубашки начала расходиться, постепенно делая вырез все глубже и глубже. В середине выступления молния расстегнулась до конца, полностью оголив торс спортсмена.